Приветствую на нашем канале. Спасибо, что зашли на канал. Кажется, только началась премьера сериала «Небеса подождут», но, увы, время пролетело и сериал подходит к концу. Премьера началась по телеканалу «Россия-1» 9 марта 2021 года. Иногда судьба дает человеку еще один шанс. В случае с главным героем сериала «Небеса подождут» Сергей Воробье вернулся на Землю после смерти. У него отобрали жизнь, однако сейчас его цель – обезопасить любимую женщину от того самого человека, убившего его. По поводу второго сезона сериала нет четкой информации. Но, вполне вероятно, это может произойти не раньше весны 2022 года. Выражаю огромную признательность